что, одно могу сказать точно, разительное отличие от Нью-Йорка. Просто как в другой мир попали. Это мир без слова. Идешь по улице, каждый пытается что-то тебе втюхать. Блин, эти пальмы сводят меня с ума. Я иду здесь по городу и смотрю на все и думаю, как будто все искусственное, не настоящее. Не знаю, почему как-то все чересчур перфект. Ребята, я, короче, понял прикол Вегаса. Здесь вообще во время влога даже можно ничего не говорить. Ты просто тупо идешь, снимаешь. Вот просто смотрите, оп, сюда камеру повернул. Оп, сюда повернул. Оп, назад повернул. Новая рубрика, ребят, тёлочки на моем канале. Тёлочки. Такая что лучше, чем Атлантик Сити. Какой-то город, да? Да, город живой, просто Атлантик, он какой-то вымерший. Могу одну точно сказать, уже торчков всяких бомжей тоже немало. Пришли гостиницы, ребята, называется The Venetian, типа Венеция. Это просто шикарно. Реально просто идешь и снимаешь все подряд. Все подряд хочется вам показать. Посмотрите, братва, на эту красоту. Мы в этом венецианском тауре. Просто посмотрите на эту красоту. Ну, красотища неописуемая, конечно, да? Классно, такой заход с хорошим сделать в Венеции. Сань, ты специально спрятался так от нас, что ли? Я не пойму. Привет. Как делишки? Эй, какой он красный, смотри, загорелый вообще. А мы тут первый день только загораем. Ребята уже спускаются. Саня, смотрите, поднял бабла. 50 центов. Блэкджек, когда у тебя выпадает 21, тебе дают вот такой. Это единственная монета, которую можно рассчитаться здесь везде. Серьезно? Да. А что вы играли еще вообще? Покерок катали? А, мы покер сели с Настей. Но там ребята такие сидят, они очень агрессивно играют. То есть там лимитный холдем техасский, да? 40 баксов платишь. Ну, мы по 50 заплатили, то есть, ну, минимум 40 баксов. Зачем вы в лимитированный садились? А потому что нам сказали, что там типа, по косарю сразу рейзят и типа на по 1000 долларов. И мы не пошли без лимита. Подожди, вы в каком играли казино? Гладжик. Там прикольно. Нет, ну, там можно... Пойдем сядем за стол, за разой. Я сотку просто одну хочу сыграть и все. Давай, не вопрос. Попой. Только надо сесть, когда все уже начнут рассасываться. Ну да. Мы сейчас сядем, мы ничего не будем. Потому что я сегодня, знаешь, я сегодня хочу побухать. Я завтра не буду бухать. Нам завтра с утра вставать, долгая дорога. А что я не пойму? А что вы так разрядились все, я не пойму? Чего, я нормально. Вован наш человек хотя бы, реально. А что вы такие красивые, я не пойму? Фотосессия. Дима, мы скучали. Как дела? Теперь у нас, оказывается, есть общие друзья. Да. Мы сроднились. А ты откуда знаешь, Катя? Ну, она с Волгограда, как от деревни. Вот, ты что, все друг друга знают. Юля весь отдых пытается меня сфотографировать. Ну, фотосессию. То есть вот этот вот весь огромный рюкзак, это все ее техника, которую она везла через весь мир практически, для того, чтобы сделать вот здесь фотосессию. И каждое утро, когда я ей говорю, я встану в 5 утра и накручу волосы обязательно, в итоге я не встаю. И сейчас у нас просто последний шанс. Что выходит? А это, отвечаю, у меня, ну ничего, у меня два видео выйдут, я тебя там трахнул, там. Готовься. Хватит, хватит. А ты не посмотрел, наверное, да, это видео, которое я вам сказал? Нет, не успел. Сучоныч, посмотрите на него, а? Посмотрю, обязательно. А я уже хотел его называть другом. Обязательно поставлю лайк, даже поставлю коммент. И вам советую, ребят. Смотрите, как Кондрашов умеет меня рекламировать на моем канале, а? Это уже второй раз. Нет, было с каким, да? Да. Да нет, нормально. Диман красава. Сейчас мы с ним набухаемся. Смотри, как дверь открывается. Ты знаешь эту тему, да, что если ближе подходишь к двери, она под другим углом открывается? А ты откуда это знаешь? Братан, у меня же была такая во сне. Слабо ребята отдыхают. Одни на Тесле, другие на Мустанге красном. Пока! Подойди! Ну ладно, братан, давай пока. Давай, Сань, приятно было увидеться, реально. Ну я на Вегасе тут. Подожди, куда? Я сюда сажусь-то. Санёк бесится, короче, что я на Теслу обзор снимаю. Чувствует конкурента. Давно взял ты ее вообще? Месяц назад.
Кайфуешь? Вообще, офигенная машина. 250 миль, да, на зарядке на день? 260. Это сколько километров получается? Сколько, 400? Ну, примерно, да. И сколько заряжается она? Ну, заряжается по-разному. То есть, ты, так как батарея на самом деле не заряжается линейно, у нее сначала зарядка идет очень быстро, потом зарядка идет достаточно медленнее. Но до 80%, если ты разрядил до 10% примерно, и до 80% она заряжается за 30 минут на суперчарджере. Витя, тебя задалбливает вопросы людей о машине? Или ты настолько еще в эйфории, но я еще пока привык, еще пока держусь. Слушай, человек месяц назад взял, он еще не... Просто мы, поверь, его уже второй день долбим, а до нас еще его долбят. Меня почти каждый день долбят. Да, его каждый раз, когда из парковки забирают машину, его продолжают долбить. Вот, смотрите, смотрите, мажоры поехали, московские. Засекайте. Айпад не хреновый такой, да, засунули тебе? Мы это выключим, да, тогда валят моду. А что это значит? Она рестрикт делает этой скорости, не дает им доступ главбокс, чтобы взять мои персональные вещи, не дает в багажник залезть и так далее. А зачем вообще это нужна тема такая? В смысле? Ну а сейчас зачем она? Если ты сдаешь валет, если у тебя там что-то лежит, какие-то документы, и плюс она не дает быстро им на ней гонять. Она очень быстрая машина. Ну они движки электрические же вообще со старта. Да, у них со старта с торка до, по-моему, 900 с чем-то там ньютон-метров. Ну, торг, в общем, безумный. Что стоит она? 130. Неплохо. А какую они сейчас, какую демократичную там, да, создали? Сейчас они будут, да, Model 3 выходит, 35 тысяч стоит базовая. Ну, вообще нормально. Вообще классно. Просто, я, мне кажется, прям улицы заполнятся. Да, за первый день было сделано более 350 тысяч резерваций на нее. Да круто, конечно, 35 штук, нихера себе. Чем брать там BMW какой-нибудь, Теслочку лучше взять. Ну да, конечно. Слушай, вот с этим я всегда задавался вопросом, с этим механизмом с дверями, как, насколько он, ну, капитально сделан. В смысле, вот задние вот эти фалки? Да, да, да. У них проблемы были, на самом деле, с ними. Поэтому задержали на целый год или на два почти доставку этих машин. Но вообще сделано хорошо. Сейчас она работает идеально, никаких проблем вообще. А механизм, мне кажется, вообще дорогой, да, сам? Механизм очень дорогой, да. Они долго ругались по этому поводу, сами что решили это, по-моему, делать. Пацаны, смотрите просто, насколько лобовое стекло уходит высоко над головой. Ну, кайфуешь, короче, да, кайфуешь? Да, вообще довольно очень, да. А народу много оборачивается или так не узнают его пока? На самом деле не так много, потому что она выглядит как обычная съемка. Да, на самом деле не особо отличишь, мне кажется. Но те, кто знает, это просто реакция колоссальная. То есть они сразу начинают махать, показывать мне пальцами, открывать окна на фривее, вот так махать, кричать «Экс, экс, экс!» И, ну, те, кто знает только. Вообще, в принципе, знаешь, даже кто не узнает, тут достаточно задние двери эти открыть и все. Если да. Если ты не открываешь, никто даже глазом не повернет на нее. Как только двери открываются, все такие «Опа, это что?» Еще интересно вообще есть, какие еще эти фичеринги, всякие примочки. Очень, на самом деле, много. Например, одна из самых интересных – это автопилот у нее есть. То есть она полностью может сама ехать, перестраиваться, если я скажу, и перестроиться в другой ряд, останавливаться, разгоняться. То есть мне ничего не надо делать. Допустим, я сюда в Вегас ехал, мы с Леной сидели просто здесь и просто болтали вот так вот с другом, вот так вот. Я на дорогу даже не смотрел. А ты можешь сейчас включить? Сейчас нет, потому что здесь, на самом деле, в Неваде, особенно здесь, в Вегасе, ей надо разметку видеть. Разметка здесь почти не видна, если плохая. Ты посмотришь, очень плохая. И видишь, как машины все вот... Ну, как бы, может быть, и удастся включить, но как бы опасно немножко. Ну, понял. Но ты в любом же случае manual можешь всегда притормозить. Да, конечно, в любой момент ты берешь руль или нажимаешь на тормоз, все, она у тебя с полным контролем у тебя. Что еще прикольного? У нее есть biohazard mode. То есть, если ты нажимаешь вот здесь вот, есть специальная система biohazard, которая, они разрабатывали ее, если я правильно понимаю, для Китая в основном, потому что у них очень-очень плохо с воздухом, pollution сильный, загрязнение. В общем, что у нее делает? У нее, на самом деле, у обычной машины фильтр воздушный кондиционера, ну, вот такого размера, да? У этой со всю шириной машины и вот такой высоты HEPA-фильтр стоит. То есть он вообще чистит медицинский грейд, да? И еще два активных карбоновых фильтра стоят, которые убивают все остальное. То есть включая вот эту... Во-первых, вот сейчас даже без этой моды здесь очень чистый воздух, и ты, если вот они газанут там, не знаю, если у них там будет... Ничего не почувствуешь, да. Тебе даже не надо включать на внутренний цикл для этого. Короче, за КАМАЗом можно ехать спокойно вообще. А вот если... Ну, если совсем уже за КАМАЗом, то включаешь Biohazard Mode, что она делает? Она создает положительное давление внутри машины, как в танках, вот эта система. И при этом у тебя не просачиваются никакие через щели, через двери, и вся циркуляция идет через фильтр. Круто. И она прочищает воздух моментально, и ты ничего не почувствуешь. Круто. Они делали тесты, и то есть, там очень хорошо очищает.
воздух. Ну вообще, я даже наблюдаю, как сиденья сделаны. Конечно, а сиденья очень комфортные, все регулируются, и задние тоже, каждое сиденье можно двигать независимо. Отделка-то и материалы тоже классные, прям дорогие, точно видно. Замш, везде, да? Замш, это алькантара. Не знаю, это алькантара, это, я думаю, что это алькантара. Кожа везде, ой, в смысле, кожа и дерево, это дерево. Настоящее. И дерево, причем сделано, знаешь, не дешевое, как эти азиаты делают, а классное, такое темное сделано. Нет, ну ты можешь кастом, то есть это все кастом билд. А, то есть ты все это заказывал под себя, да? Я хотел белый интерьер, бежевые сиденья, там можно черные, можно... Прикольно, смотрите, ребят, какие вообще изгибы просто ручки. Ну, вообще очень клево сделано, на самом деле, молодцы. Забыл, как этого типа зовут, который основал Tesla, но просто очень крутой, реально. Да, они же там в космос сейчас лезут, да? Да, они, у них SpaceX программа, там они просто такие вещи делают, что я удивляюсь каждый раз, когда смотрю их. А вот это что такое идет за тут на канал? На самом деле здесь находится все для автопилота. Здесь сенсоры и рейн сенсор, во-первых, ну, для дворников, и камера, передняя камера, с которой она смотрит вперед для автопилота. Прикольно. Ну, круто, круто. Плюс у нее есть еще функция Summon, которая она недавно у них была с новым апдейтом. То есть я приезжаю, допустим, к себе домой. Просто запарковался, вышел из машины, и как только я закрываю дверь, она у меня сама подъезжает к гаражу, открывает гаражную дверь. Никого в машине нет, машина закрыта, все. Заезжает в гараж, гаражная дверь закрывается, машина заблокирована. Ну, я слышал про эту тему. Да, потом то же самое, утром встаешь, пока зубы чистишь, я не знаю, там, кнопочку на телефоне нажимаешь, она также выезжает к тебе и готова уже ехать. Слушай, а правда, что говорят, что они на ней батареи меняют бесплатно? А я не слышал про это, на самом деле. Что там, что-то, когда если батарея выходит из строя, то они бесплатную замену делают. Ну, если она во время гарантии, на нее 8 лет гарантия на батарею. То есть, если за 8 лет с ней что-то случится, они ее поменяют. Очень классная машина. Космическая. Тишина. Корабль. То есть вот ты сидишь, мы разговариваем. Шумка хорошая. Очень тихо, ничего не шумит, никого двигателя. Ну а что, двигатель внутреннего сгорания, нет, только слышно, как троллейбус. А ты, вот до этого была машина когда-нибудь у себя? До этого она у меня до сих пор есть, Honda Civic. А почему решил именно Tesla? Я Tesla давно хотел, на самом деле. Смотрел с самого начала, как только Маск еще ее первый родстер выпустил. И я интересовался просто новыми технологиями, потому что мне всегда, я как человек, который любит именно что-то инновационное, развитие, какие-то технологии, и мне хотелось всегда электрическую машину. Я долго смотрел, но я просто не мог себе позволить ее в то время. Слышал, что Toyota вроде 2017 года на водородных двигателях обещает машину. Toyota уже ездит, на самом деле. У них уже есть прототипы, там, на самом деле и Honda ездит, у них есть эти Fuel Cell. На водородных? Да. Они есть, ездят. Я не знаю, насколько, как они в продакшн, но ты, по-моему, даже можешь и купить некоторые. Вот там они обещают именно конвейер. Но конвейера запустить пока нету, да. Нет, это я слышал, да. Мне интересно, на самом деле, как это они будут делать. Представляешь, водичка будет из трубы вытекать. Да? Вообще классно. Нет. Не, выходи. Нет, они что едут. Нет-то, блядь, они пошли, едут. Бери у него рюкзак. Смотрите, русские сумасшедшие женщины, смотрите, что творят просто. А вы просто представьте, что сейчас люди со стороны думают просто. Какие-то две бабы вылетели в платье. Машины спереди лезут в багажник. Смотрите, братва, что происходит. Назад. Не пускай. Кто багажник тест? Ой, устроили нам контент пошел. А как ты сюда приехал? По работе. А чем в LA занимаешься? Я программист. Программист? Ну, я так и подумал. А ты как бы там начинал уже софтом заниматься? Там? В принципе, да. Я начал работать еще в небольшой компании, на самом деле, где у меня папа работал, мне помог вначале. Я еще учился и там работал. И немножко писал программы, хотя на самом деле образование у меня вообще в геофизике. Мне просто стало это интересно. Потом просто встретил президента компании местной. На самом деле встретил, когда писал диссертацию кандидатскую. Ты имеешь в виду встретил там, в России? Да, в России, да. Писал диссертацию, встретил человека и... Он говорит, пошли, покушаем. Мы поужинали, он сказал, поезжай ко мне. Все. Потом через полтора года примерно оформляли рабочую визу, длительный и тугомутный такой противный процесс. Ты слышишь, что перебивают. То есть ты показал ему какое-то там портфолио или что? Почему он тебя решил так вызвать? Но он искал идеи, потому что компания, как раз на которой здесь я работаю, она занимается геофизикой, сейсморазведкой и всем с этим связанной. И он просто интересовался и искал разных людей, да. Мы с ним пообщались, и ему просто понравился. Я ему рассказал, чем я занимаюсь, чего я делаю. Ему как раз нужны были программисты и нужны были люди, которые разбираются именно в геофизике. Не просто программисты, потому что алгоритмы, которые мы пишем, очень сложные для суперкомпьютеров. Мы расчеты делаем, запускаем, которые считаются, там, не знаю, неделями. Что за софт у тебя вообще? Каким софтом конкретно вы занимаетесь? Для обработки данных внутренний софт. Он не продается ничего, то есть как бы там очень кастом софтвер. Это для вашей компании? Да, чисто? Чисто для нашей компании. А что за компания, если не секрет? А сейчас нас, это просто, это не секрет, просто сложно объяснять, потому что менялись оунеры. Компания была очень маленькая вначале, когда я в нее пришел работать.
там 5 человек или что-то такое. Но сейчас ее совсем недавно купила гигантская компания, британская на самом деле. Компания называется OptoSense, занимается файбер-оптикой, оптоволокном. Но она под umbrella, то есть под большой компанией другой, которая называется Kinetic. Kinetic — это гигантская компания, defense-компания, military defense-компания. И они нас купили. То есть, в принципе, работаю в той же самой компании, те же самые люди, все то же самое, просто все сверху поменялось. Круто. Классно. Такие истории мотивируют. Молодец. Короче, ребят, вот так вот, видите, как наши успешные русские ребята живут в Лос-Анджелесе? Впитывайте энергию успеха. А жилье не купил там? Жилье купил, у меня дом. Где именно? В Orange County. Не в даунтауне, это в другой части. Потому что там, мне там не нравится, на самом деле. Там слишком кипишно, слишком грязно. Ну, не то совсем. Но LA вообще нравится тебе, Лос-Анджелес? LA очень обожаю. Я привык, то есть он многим людям не нравится. Потому что многие, которые приезжают, они хотят небоскребы, скайрайзы, экшен какой-то, что-то, какое-то движение и так далее. Но это Нью-Йорк, понятно. И большие вот эти города. Особенно все, кто из России приезжают, обычно из больших, не из деревни, а из больших городов, то им хочется такое. Но а мне наоборот. Просто, а мне наоборот хотелось. Я пережил, прожил в городе, и как-то мне захотелось чистого воздуха, свой собственный домик со своим бэк-ярдом, где можно там, не знаю, свою собаку завести, еще что-нибудь, со своим бассейном, и где комфорт, тишина, и у тебя как бы твоя это личное пространство. Вот. И не надо искать и мучиться с парковкой, платить безумные деньги за парковку машины, и просто приезжаешь и живешь спокойненько. Я знаю всех соседей вокруг. Это маленькая, это деревня. Лос-Анджелес — это на самом деле гигантская деревня большая. А Нью-Йорк да. Разве не такой? Вот. Абсолютно. Ну нет, но там все более как бы люди. Ну, в больших городах всегда они. У меня все здороваются, меня все знают вокруг. Я везде хожу, куда угодно. Все как бы такой комьюнити. Да, людей много, но они все очень рассредоточены на большой территории. Вот. И вот эти вот небоскребы, которые показывают во всех фильмах Лос-Анджелеса, это вот такой вот маленький-маленький пятачок в центре, где там, не знаю, стоит этих 5-6 небоскребов, и все. Больше на самом деле там ничего нет. Но они расстраивают, сейчас больше становится. Прямо если говорить, то и Нью-Йорк на самом-то деле это не те небоскребы, которые все привыкли это, да. Видеть в фильмах. Нью-Йорк, он коричневый, маленькие домики Бруклина и Квинса, да, поэтому как бы... Слушай, перескочу с темы, просто реально интересно. Меня, знаешь, как человека, который живет в Штатах и тоже вот сейчас начинает в медийную эту сферу входить, очень много народ спрашивает именно по поводу переезда. Сложно тебе было переезжать? Или ты уже, как бы, грубо говоря, на все готовое все-таки приезжал? То есть у тебя уже работа изначально была? Работа была. Не страшно было переезжать? Как бы вообще были трудности? Ну, было, какие-то? Конечно, страшно немножко. И первый месяц было скучно, не было друзей, не было знакомых. Подожди, давай сейчас перестроюсь. Да. Нет, конечно, не пустит это Вегас. Возвращаясь к нашим разговорам именно по приезду в Америку. Страшно ли было вообще сделать этот шаг, переехать там и так Нет, далее? Сделать не было страшно, но когда я приехал сюда вначале, да, было немножко не по себе, потому что английский я знал, когда я приехал, то есть с этим проблем не было, но все равно при этом, приходя на работу, на какие-нибудь митинги, я вообще ничего не понимал, что они говорят, потому что там более специфический английский уже технический был. Первый месяц не понимал. Но через месяц у меня появилось много друзей, я на самом деле не общался вообще ни с одним русским специально. Я когда приехал, у меня была цель сначала вжиться, потому что начнешь общаться с русскими, и оно не то будет, ты не почувствуешь эту атмосферу, не поймешь, как здесь, и труднее будет с английским. Поэтому я познакомился со многими, так как я катался на роликах очень много в России, я здесь пошел, нашел каких-то людей, которые тоже катаются, и с ними начал дружить. С американцами. Да, с американцами. И создал небольшой клуб, мы катали с Лалом вместе здесь. Круто. И познакомился, и где-то года два, наверное, я только с американцами одними общался. А потом решил все-таки, ладно, думаю, вроде как освоился, все замечательно. Через месяц уже было хорошо, я уже чувствовал себя доволен. Хотя пару раз была ностальгия, хотелось назад. Но первые, наверное, лет 5 я ездил каждый год. Я ездил туда, а сейчас перестал. Мне как бы особо уже там... Неинтересно, да? Да, неинтересно. И друзья, которые там были, они близкие друзья, конечно, все остались, они все есть. Но как-то все равно у тебя из-за дистанции, понятно, ты уже не настолько... Ну, у каждого своя жизнь, да, конечно. И у них все уже интересно. С семьей, с детьми, и тоже как бы особо с ними не погуляешь всюду. Хотя они всегда рады, когда я приезжаю. Вот такая вот история успеха. Вот тут чарджер, кстати, есть. Написано, что 2 коннектора, 16 киловольт. То есть можно попросить у них на валет-парковке прямо сказать. А, то есть у тебя прямо на карте написано, да, где можно подзарядиться? Да, конечно. Тут у меня вся эта полная карта. То есть если можно показать вот так вот. То есть вот красненькими показаны суперчарджер. Это который прям быстро, да? Тесловские быстро заряжается, да. То есть вот я сейчас отзумирую на Штаты, сразу видно, сколько их. Ну их очень много уже. Их очень много, да. То есть можно по всей Америке есть, в принципе, практически. Вот Северные Дакоты проблемы немного. Ну там вообще
есть чем монет. А сколько стоит зарядка, слушай? Бесплатно. В смысле, ты заезжаешь бесплатно? Все суперчарджеры бесплатно. Да. На себя. Почему? Не знаю, политика Теслы такая. Они делают суперчарджеры бесплатно всем. Очень крутом отеле Космополитен. Пытаемся выйти на Лас-Вегас бульвар или что-то такое. Ребята поехали, пошли кушать буфет, но мы, так как перекусили уже, чуть-чуть буфет не осилим, поэтому решили погулять. И вот, в принципе, как бы мы сейчас в Космополитене. Я реально теряюсь, то есть хочется что-то, как всегда, говорить веселое, забавное, интересное. Но я иду с открытым ртом, реально. Я поэтому постоянно камеру переворачиваю и хочу вам просто показать, что вокруг происходит. Потому что это просто надо смотреть, здесь не надо даже в моей болтовни. Просто смотреть и смотреть вообще, как здесь все выглядит. Я не знаю, как бы можно ли официально здесь снимать или нет, но, по крайней мере, на этот момент никто мне не подходил, ничего не запрещал. Хотя и менеджеры, и питбоссы стоят, смотрят, ничего не говорят. В то же время в Атлантике везде в казино запрещают снимать, я не понимаю, почему. А здесь спокойно иду, вообще снимаю все подряд. В казино, в самом покер-румы, столы, аппараты, все, вообще все классно. А еще под вино здесь классные бокалы дали в этом отеле. Ну вон, где женщина сидела, в покер играла или там в рулетку. Бокалы такие красивые, они кино. Короче, я начинаю находить какие-то отрицательные стороны Лас-Вегаса. А если это можно так назвать, зашли сюда в Starbucks, взять кофе там и чая. В общем, первое, значит, даже на кассе, когда ты платишь, у тебя сразу появляется, сколько процентов чаевых ты хочешь оставить. Помимо этого, вот Старина попросила стакан воды из крана, и они попросили деньги за воду. Начнем с того, что воду, которую она мне сказала, за $2.50 стаканчик, они дают ее под фильтр типа. Какая разница? А в Старбаксе в Нью-Йорке бесплатно воду дают, они наливают под кран. Да, но если что, Зариш, если ты не знал, там везде фильтры стоят. Мысли вслух в онлайне. Честно скажу, такое какое-то вот сейчас Зарине только что сказал. Очень смешанное ощущение у меня от этого города. То есть вот это фейковое, напыщенное такое, кричащее богатство. Фейковое, заметьте. Но это, опять же, мое личное впечатление. Так тесно граничит с беднотой и с, как это сказать правильно, деграданством людским. Потому что здесь столько много всяких торчиков, бомжей. И вот людей помешанных, которые, знаешь, такое ощущение, что просто из людей высасывает этот город все, что только можно и нельзя. Все до последнего. Поэтому впечатление очень-очень смешное. Зарян позирует. А что, как тебе? Хорошо. Правда, я уже такая как-то сотная. Мне очень нравится, я довольна. Продолжаем нашу трансляцию. Я почему включил камеру? Потому что принесли еду, и обычно Зарина начинает более улыбчиво становиться. Такие моменты. Мы сидим в кафешке, очень прикольная кафешка. А смотрите, вид какой здесь. Пеладжо, Сизерс, Космополитен. Вообще, как бы, я на диете. Ну, я так говорю всю пол своей жизни. Ну, а сегодня мы в Вегасе, и поэтому... Бананы крем-пай, братва, посмотрите, как он классно выглядит. Я приеду, буду плюс 5 походу, я боюсь уже. Он такой нежный, как попа младенца. Только что официант нам принес на тестинг две вот такие шоколадки. Это шоколад с Эквадора. У них, я так понял, сейчас специальная акция. Они делают шоколад с разных стран. Прикольный такой эдишн. Это для тех, кто пытается воровать идеи с Америки. Черпайте. А ведь это действительно очень круто. Это ничто. Вот эти шоколадки, это ничто. Это приятно. Это просто ерунда. Но какой у тебя остается aftertaste после этого места? Очень приятное у тебя впечатление. Я бы потом вернулась за счет этих шоколадок. На меня весь маркетинг работает, ребята. Так что таких, как я, миллион. Ребят, не будем лукавить. Как бы мы за Риной не следили за собой, не сидели на диетах, но как-то после того, как мы поедим, сложно быть в торжественных нарядах, рубашках, платьях. Поэтому мы зашли в номер и переоделись посвободнее. Идем к Кондрашову.